Типа баря. На днях заскочили к нам подписчики, чтобы в дружеской снайперской дуэли сразиться, кто лучше. Посмотрите, прикольное получилось видео. Нам помогал наш постоянный буги-вуги токсик. Ну, гляньте, короче. Ура! Ура! Синюю, дети не в детдоме! Все в синюю уходите, в синюю идите, в синюю идите, в синюю. Молодцы, в синюю. Отлично. А можно мне снайперку? Не барю. Я вам запрещаю. Не барю. Нельзя. Нельзя. Да баря ваншотная сразу, чтобы не оставлять живых. Три этажа есть. Она неудобная. Уже пошла. Я уже стреляли. Если вы сдохнете очень тупо, я вас сам убью. Я убила. Я вот даже на секунду не думал, что он не сдох. Он, я так и знал, что он первым сдохнет, но это... Отлично, один есть. Этот уборную нашел, так что мне вообще... Ты что? Я тут могу карабкаться. Ты что, дебил? Ну всё, я сейчас такого убью. А кто сюда вообще пришел? Кого ты убил, Пикрон? Меня. А все, он не появится второй раз? Должны появляться. Это кто? Не появился? А что Фейс здесь делал? Минус Фокса. Ты появляешься? Что тут за дуэль? Если он не появится, то... Откуда? Откуда? А ты кровь, боже! Есть пробитие. Это если еще тот мамкин снайпер, так что... Тут туалет. Я тоже очень плохо снайпер, но это же весело. Я Фейза два раза своего тиммейта с телескопа убил. Ты реально тупой, Пикрун. Что ты делаешь? Я пошел, короче, спущусь с четвертого этажа. А что? Тут четвертый есть? Ну я его придумал. По задумке его нет, но я его придумал. А в воде вообще возможно купаться. А, так... Мы умираем, если мы воду скинем? Не-не-не, там жизни пополняются. Ой. Смотрите. Что это? Ну ты что ты делаешь? Микрон, что ты... Не тупи, а может давайте... А что ты делаешь, Микрон? Зачем ты свои жизни делаешь? Это Микрон, я не успомнил. Это Фэнзефайя, так вот по своей. Блин, я пока только одного забрал. Очень сложно. Я у вас одного забрал, три раза Фейза. Опа, второй у меня ушел. Я их отвлекаю, пока они меня гасят, выгасите их. Да, иди. Кит, что ты на мою позицию пришел? Хорош. Пришла, да? В голову пришла. Ну нафиг, ты когда поднимаешься по лесенке, тебе прицел вверх ходит. Геннадий, здравствуйте. Добрый вечер, я банановый ел. Здравствуйте. Как вам дизайн уровня? Лично два дня делал этот уровень. Неловко мне. А тут еще уровни есть, не? Нет, три этажа смерти. А можно мне другой снайперку пожаже? Она очень... Нет, она, короче, нет. У нее прицел отводит. Смысл этой карты, чтобы страдать. Тебе дали самую страдательную. Вызов, чтобы было время у противника подумать, пока ты перезаряжаешься. Сложно. Ах ты, хорошо так как. Я, короче, Ашвида уже три раза убил. Я кроме него убил один раз Фоксуса только. Офигеть, тебе повезло, что у тебя щит. Я по тебе стрельну. Откуда у них вообще щит? Какой щит? Еще один забил. У нас же тут у нас создатель карты может. Там нет щитов. Забей, если я сейчас буду нормально играть и не убивать Фейза, у вас шансов не будет. По крайней мере, я уже... Да это даун! Да все, не трогай меня! Если бы я знал, что будет токсик, я бы взял, конечно, еще эти гранаты. Нет! Все, Фейс, иди, короче, поспи где-то. Без ноги. Вот кто на третьем этаже сидит, там же на букву F можно залезть 100% отсюда, вижу. Пикрон, ты без ноги. Вот нет, со стороны цветов. Как там мальчик снайпер? Во! Ушел, видишь, на крыше, красавчик. Так легче вас снимать будет с крыши. И вас тоже. Убила. А вы еще там, нет? А,
Долго залазит. Аааа, милашка! Помогите! Он не запрыгивает! Вот эта маленькая крыша над водой, короче, уже обратно не видно. А вы начали съемку? Убила. Я пробегаю, короче, у меня просто минус все тиммейты. Я тут же бегаю с одной крыши на другой, не попадаю. А что они вообще за крыши делают? Я застрял. Здравствуйте. Ого! Я что, такой популярный? Блин, я три сразу. Блин, ну что? Хорош, Вася. Тут небо не дает высоко подниматься просто. У меня 9 киллов. У меня стройки, так что мне вообще не нравится. Да, у меня 10 киллов. У меня 3. У меня 6,66. Мы придумаем киллы или просто подпускаем? Что это было? Прям по ногам пошел. Че у меня крылья не холодно? Да блин. Да просто боже, лезь ко мне. А потом мы будем я начал угорать. Я, короче, Фоксу 4 раза подряд убил. Я тебе для справочки скажу, это не Фокса, это Фокса. Спасибо, так знаю. Хорошо. Большая. У меня уже 11 киллов. Тренируйтесь, ребят, после моих карт чемпионы становятся. Реально? Фоксик, вон, знаешь, как боится? Это танцующий гранат. Реально. Что за гранат? Мои тренировки. Идем. Спасибо. Ай, убила кого-то. Блин. Непонятно, то ли он смеется, то ли он ненавидит тебя. Странный смех такой. У меня 14 киллов. Убила. Что это? Ну угорай, Фейс, встань куда-нибудь, чтоб тебя не трогали, просто не видели. Вот ты забираешься, пьяный. Фейс. Да я туда смотрю, там просто 300 МП целится у меня. Так, давайте, короче, ставлю 5 минут, за 5 минут набиваем киллы и подсчитываем, какая команда. Первый килл пошел. Они понимают, что полупокеры, они дичью страдают. Друг друга не убивать. Короче, если вы убиваете кого-то из своей команды, это считается за убийство, ну... Нам, типа, за убийство, если у вас... Там не убивайся тогда. Смотри, если вы, короче, за эти 5 минут кто-нибудь убивает своего, нам плюс 5 очков записываем. Вот это нифига себе. Очки. Потому что мы друг друга не убиваем. Два мамки на снайпера сидят. Так я чё, угораю? Я виноват, что у меня тима мамки каких-то. Никто меня пушит и ни разу не убили. Я один раз сдох всего. Кто? Я тебя потому что один раз. При этом у меня килло больше всего. И правда. Ты Гром? Ты сдох один раз? Я тебя раз 4 убивала. Ай, милашка. Я Гром, а не Фейс. Я тебя раз 4 убивала. Я не сдыхал 4 раза. Я тебя убивала раз 4. Я он не сдыхал, но ты его убивала, это нормально. Сейчас да неужели столько выстрелов? Трое меня стреляли. Ну вы угорайте, спрячьтесь в ванну, я буду 11 против них снайпить. Давай. Спрячьтесь в ванну. Какая заботливая мать. Заботливая мать, кто? Волк один, вообще-то. Я двоих убила сейчас. Я их отвлекаю все время. Все, сидите в ванной, короче. Я забрал кида. Кого ты забрал? Кида. Кида? В ванной посидеть не можете. Нет. Снайперка соглого говна фарашная. Так, поэтому интересно. Что еще делал на снайперках соревнования? А что, он прыгает? Ты какой красавчик, молодец. Спасибо, Гид. I love. Мне скучно. Дабл, I love. Слышь, ну реально, ну заныкайтесь где-то. Вас такова... Меня сейчас убили, получается, второй или третий раз закатку. Все. Да можете их нукать, когда они на меня троем отлезли. Так а ты можешь на них троих не лезть. Ну как? Где я лезу? Ты чё, дурак? Ну что это? Боже, я теперь на крышу не залезу. Опять я пошел. Опа, до свидания. Ну что это? Ну там за столом, боже. Ну вы убираете. Это усыпить противника. Ладно. Пойду в ванну. А где ванна? Я вам говорил, в ванну идти, когда я был один на крыше. Вы приперлись все туда? Протолкал меня Фейс, и я упал, меня снайпнули.
Какой я толкал, ты дурень? Балбес, парень. Вот меня сейчас опять убьют. На этой крыше сраной, потому что я залезть туда не могу. Все, я залез. Слава богам. Блин, кусты реально. Меня вдвоём пытаются, гений. Меня втроём пытаются убить. Так, меня тоже. Забрал. Там надо убить? А, там на крыше тоже снайпер. Капец, я сейчас сдам больше, чем за все 30 минут. Убила, троих уже. И каждого по очереди. Где она сидит? А где ты сидишь? Нет, они по мне пытаются попасть, у них так горит. Они за дверью. Там за дверью просто сидят и все. Ты вообще убиваешь? Я да. Я убил уже. Он за дверью сидит. 60... В у него 63 кило, а чё ему? У меня 63 больше, чем 63. А, расисты стреляют. Ты тут он забыл? Всё, 5 минут прошло. Всё, 5 минут. Ух! Так, и чё там, давайте? У вас короче, сколько? Короче, у меня 6, а? Ну 67. Короче, плюс 7. А, Сидоксин. У меня 3. 3? 3 кило. Ты сделал 3 кило? Да. Покажи. Что покажи? Всё, у тебя 3 кило. Нет, всего у меня 20, а за 5 минут я сделала 3. Не, вообще в прямом еще. Вообще 20. Да. Ага, у тебя токсик правда сколько, на самом меня? Деле? У меня? 34, могу скрин скинуть. У него не будет, нет, могу... 67. Я могу тебе скрин скинуть. Подожди, я пойду проверю, если я сейчас сдохну, мне килл засчитают? Скидывай в Дискорд. В Дискорд? Все, давайте, нет, скидывайте. Скриншот. Давайте я в ВК скину. Я телефон сфоткал. Я тебя в личку скину, я тебя в личку скину. Камон! А пока сидел? 60 килов! Сейчас я посмотрю, скажу, сколько у него. Он иногда сильно чешет. Я половину карты пролетел. Фейс, если ты сдох 60 раз от него... А, подожди! Там считают, короче, кто-то, короче, летит и падает в воду и считают тиммейта. Сейчас Фейза засчитала килл так. Не может. Иди падайте, быстрее падайте. Вот, смотри, я сейчас полечу. Сдохну, кому-то килл засчитают. Падайте, падайте, сейчас киду, сейчас Фейза засчитала, типа, то, что когда кид упал в воду, ему засчитала килл. Втроём прыгайте. Не может быть, что за бред? Это самоубийство считается за килл? Нет. Никому нет, не там почему-то... Кит, короче, нет, сдох. Нет, у меня результат не меняется, вот как было 6, так и есть 6. Нет, там, короче, сейчас кит летел, и Фейзу упал, и Фейзу засчитала кил. Пошлите, короче, в лобби возвращаемся, чтобы видео закончить это. Будем считать, что вы выиграли. У меня 35 кило. Моя 11. Лучше самоубийство. Я тебя сейчас скину минуту. Да, я вообще просто выходил, отдавал килл и ушел обратно. Ну я много раз убивал, типа, у Фоксы? У Фоксы 60 киллов? Нет. Да, нет, у это меня... у Токсика 60. У тебя сколько, Фоксы? 50. 50? У Фоксы 50. Так, давайте в лобби возвращайтесь. Есть у вас сидячие эти эмоции, чтобы круто рассесться и попрощаться? Да, есть, есть. Забудьтесь тогда все. Короче, все, Коль, я тебе... Все, я скрин сделал. Так, все, уходит. А я только в кастину. А я не делал скрин. А я не тоже не сделал. У меня 11. Не кинул тебе скрин. Да, у меня 67. Блин, только что ты это сказал. Сейчас я посмотрю, сколько у Токсика там, очень интересно. 67. 67, как много. Выиграла. Короче, ребята, сегодня с нами были. Давайте, ребята, кто с нами был? Ники свои называйте, каналы, рекламу. Давай, первый. Кром. Давай, Кром. Замолчи, пожалуйста. Спасибо. Давайте, Кром, ты первый. Так, музыку Токсик убрал. Пикрома. Спасибо. Фейс, сейчас мой канал Фейс. А ссылку я тебе потом в ВК скину. Так, дальше кто еще у нас сегодня был? Кит. Кит, ну, у него нет. Капитон.
Шикарно, ребят, спасибо вам. Вы сегодня выиграли, чемпионы просто снайперского дуэта. Вы нас позвали, точнее, я взял. Я считаю, что это нечестно, потому что я когда скинул скрин, у меня 67 минут. А Токсик сегодня чемпион по фотошопу. Мастер просто. Я могу и 1000 скиллов нарисовать. У него на самом деле это 4 миллиона корон, просто только 11 поместилось. Если вы чекнете мой ВК-контакт, вы поймете, что у меня там, блядь, 100 с лишним побед было. Вот, ребят, вот таких. Вот таких побед. У меня их 100 с лишним было. 52, у меня их 100 с лишним. Остальным всем спасибо. Заходите там на стримы, пишите. Всем пока, кроме Токсика, все ливайте. Всем спасибо, что вы нас пригласили посниматься. Было очень приятно.